Здравствуйте! В этом уроке речь пойдет о разрешении. Мы разберемся, что это такое и для чего его надо знать при работе с Photoshop, да и вообще с любым графическим редактором. Итак, определение термина разрешения очень просто и лаконично. Разрешение – это количество пикселей в одном дюйме. Поскольку Photoshop создавался в Америке, то и метрические стандарты перекочевали оттуда. Чтобы было нам понятнее, дюйм можно перевести в сантиметры. Таким образом, 1 дюйм это 2,54 сантиметра. Обычно дюйм округляют до 2,5 сантиметров для удобства вычисления. Из определения понятно, что чем больше разрешение, тем больше пикселей в одном дюйме. И соответственно лучше качество изображения. Сразу стоит отметить, что разрешение имеет стандартную аббревиатуру – DPI от английского DOTS per inch, что в переводе означает точек в каждом дюйме. Именно ее чаще всего употребляют в повседневной жизни. Теперь предлагаю посмотреть на примере, как вся эта теоретическая часть выглядит на практике. У меня есть вот такая фотография лошади. Предварительно я подготовил два варианта этого снимка с разрешением 72 и 150 пикселей на дюйм. К которым мы сейчас перейдем. Скажу лишь, что разрешение в Photoshop можно узнать, если зайти в меню изображения, размер изображения. Вот оно, 72 пикселя на дюйм, или как чаще говорят 72 dpi. Также можно в нижней левой части изображения нажать на информационное поле левой клавиши мышки и удерживая ее посмотреть интересующую нас информацию Здесь тоже указано разрешение. Итак, сначала пользуемся снимком с разрешением 72 пикселя на дюйм. На этом снимке направляющими линиями, вот этими, отмечен ровно 1 дюйм. Напоминаю, что это 2,54 сантиметра. Я измерил точное расстояние в сантиметрах по линейкам, которые есть в левой и верхней части окна. Выбрал участок от 17 до 19,5 см с небольшим хвостиком. Как вы помните из предыдущего урока, все изображение состоит из пикселей. И при значительном приближении пиксельную структуру становится отчетливо видно. Воспользовавшись этим, я приблизил фотографию и пересчитал количество пикселей, которые помещаются в один дюйм. Получилось ровно 72, что совпадает с указанным разрешением снимка. Можно меня перепроверить. Увеличим масштаб еще больше и пересчитаем пиксели в каком-нибудь из фрагментов, где они отчетливо видны. Например, здесь. Так считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Каждый десятый я отметил черным цветом и подписал. Для того, чтобы было удобнее считать. Вышла своеобразная линейка. Теперь перейдем к снимку с разрешением 150 пикселей на дюйм. Здесь также направляющими линиями размечен один дюйм, аналогично на участке от 17 до 19,5 см. Как и на предыдущем снимке, я приблизил изображение и пересчитал пиксели, помещающиеся в дюйме. Здесь разрешение 150 dpi и количество пикселей тоже 150. Эти расчеты также можно перепроверить, не ошибся ли я. Приближая, пока не появится возможность безошибочно посчитать количество пикселей. И на каком-нибудь фрагменте, где их отчетливо видно, ведем подсчет. Итак, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все сходится. 150 в одном дюйме. Теперь поставим эти два изображения рядом и сравним их качество. Ну, допустим, снимок с разрешением 150 dPi будет в верхней части экрана, а снимок с разрешением 72 dPi будет внизу. Итак, тут отчетливо видно, что на снимке с разрешением 150 dpi переходы цвета намного плавнее. Сами по себе пиксели меньшего размера, а пиксельная структура не так сильно выражена, как на снимке с разрешением 72 dpi. И это при одинаковом визуальном размере. Как видите, направляющие, которыми отмерен дюйм, совпадают. Делая общий вывод, можно сказать, что если я понесу на печать эти две фотографии, то снимок с разрешением 150 dpi получится гораздо более качественным. Сразу стоит обозначить некоторые принципы, которыми стоит руководствоваться при создании различных типов документов в Photoshop. Дело в том, что большое разрешение – это не только хорошее качество, но и значительно больший вес файла, что требует больше времени для обработки вашей работы и предъявляет более серьезные требования к компьютеру. Посмотрите, изображение с разрешением 72 dpi весит 2,31 мегабайта. А с разрешением 150 dpi 10 мегабайт. Поэтому, если вы не собираетесь распечатывать создаваемый вами файл, или готовите картинку к размещению в интернете, или собираетесь попрактиковаться, сделав какой-то урок в фотошопе, в таком случае используйте разрешение от 72 до 150 точек на дюйм. 72 точки на дюйм это минимальное рекомендуемое разрешение в среде Windows. Если же вы собираетесь выводить на печать свою работу, то документ должен быть с разрешением 150-300 dpi. Можно использовать и еще большее значение, скажем до 600. Однако это будет очень сильно нагружать компьютер и требовать значительно большего количества времени при обработке изображения. В качестве примера можно открыть фотографию с разрешением 300 dpi. У меня есть вот такая панорама, и она уже весит 103 мегабайта. Если же разрешение увеличить до 600 DPI, то вес получится более гигабайта. И тут могут возникнуть сложности не то что с обработкой, а просто с открытием файла. Даже это действие будет занимать несколько минут. Поэтому обычно указанного разрешения в 150-300 DPI более чем достаточно для хорошей печати фотографий или какой-то самостоятельной работы. Забегая немного вперед, давайте посмотрим, как создать новый документ с нужными параметрами разрешения. Для этого заходим в меню Файл, выбираем Новый. Перед нами появляется окно. Или мы можем воспользоваться сочетанием горячих клавиш, которые дублируют многие команды основного меню с клавиатуры. Это очень удобно так как значительно впоследствии ускоряет работу и экономит время. Здесь можно нажать «Отмена» и вызываем аналогичное окно с клавиатуры, нажав «Ctrl-N». N, N латинская. На протяжении всего курса вам будут даваться сочетания этих горячих клавиш в таких всплывающих окнах. Очень рекомендуем их записывать и запоминать. Если вы нажимаете указанное сочетание клавиш и ничего не происходит – то скорее всего ваша версия Photoshop чувствительна к языковой раскладке клавиатуры. В этом случае вам надо изменить режим ввода с русского языка на английский и снова повторить нужную комбинацию горячих клавиш. Итак, перед нами окно создания нового документа. В нем указывается его размер по горизонтали и вертикали, а также разрешение. Вот в этом окне мы можем поставить то, которое необходимо для нашей дальнейшей работы. Нажимаем ОК, OK, появляется новый документ. Смотрим на разрешение, оно совпадает с тем, которое мы ввели. Все, окно можно закрыть, не сохраняя. Мы еще вернемся к диалоговому окну создания нового документа немного позже, через несколько уроков, и рассмотрим его более подробно. А из этого занятия мы с вами узнали, что такое разрешение, что оно зависит от количества пикселей. И чем больше разрешение изображения, тем оно качественнее. Еще нужно сказать, что таким параметром, как разрешение, обладают не только файлы Photoshop а и прочие графические программы, но и принтеры, сканеры, печатные машины, цифровые фотоаппараты и видеокамеры. То есть, как вы видите, все устройства тем или иным способом задействованы в создании изображения. В следующем уроке мы поговорим о природе цвета и цветовых моделях. Это будет заключительное чисто теоретическое занятие, и полученные в этих трех уроках знания позволят нам комфортно себя ощущать в среде фотошопа. До свидания.